Всем привет! Сегодня буду стирать белые вещи. Видите, у меня большое количество белых вещей, и все они не очень белые. Хочу отстирать их и придать им больше белизны. Что я делаю? Складываю в стиралку белье, наливаю гель для стирки белого белья и сюда же наливаю перекись водорода. 3%. Вот здесь у меня, я не знаю, сколько миллилитров. Ну, стандартный флакончик. 1/3. 1/3 перекиси водорода наливаю прямо в стиральную машину. И включаю цикл для стирки белого белья. Я буду стирать хлопок на 60 градусов. Закончился цикл стирки. Вытаскиваю вещи. Проверим сейчас наши белые вещички. Одна маечка. Вторая маечка. Перехода вообще нету. Как будто одна маечка. Третья маечка. И четвертая маечка. Все одного цвета. До этого они все у меня были. Все разных цветов. Так что перекись водорода в стиралку. Отлично. Отбелит ваши вещи. Но главное, вещи должны быть чисто хлопчатобумажные. Не должно быть стрейчев и еще что-то. Если ваша со стрейчем уже не белая, то отбелить будет сложно. А чисто хлопчатобумажные вещи будут беленькие. Проверяю белые кармашки, которые были грязные. Чистенькие. И маечки, которые были 3 разного цвета. Теперь они 3 одинакового цвета. Вот такое средство для чистки, отбеливания белого. Идеально подходит для стиральной машины. И хорошо отстирывает ваши маечки, халатики, что угодно. Скатерти, белые льняные полотенца. Подходит для всего хлопчатобумажного, в которых нет синтетической нитки.